Так, ну все, мы приехали в Олимпийский парк. Сейчас направляемся за билетами на футбол. Сочи Зенит. Это вот болельщики Зенита. Очень много болельщиков. Людей очень много, очень много. Вот мы сейчас сядем на электромобиль и поедем к стадиону. Очень много людей, все спешат на матч. Это вот болельщики Зенита. Вот такая красота. Так, ну все, сейчас вот мы сядем в электромобиль и поедем за билетами на футбол. Сочи, Зенит, Санкт-Петербург. Так, ну все, вот мы сели в электромобиль и едем. Стадиона. Да. На аккумуляторах работает? Да. Безвредно, да, получается? Да. Стоимость поездки 100 рублей с человека. Нас довезут до самого стадиона Фишт. Ребят, на стадион Фишт едем. 100 рублей с человека. Ну давайте на такой сядем. Сюда. Что, что, футбол? Так, мы едем с ветерком. Так, держись, сынок. Держись, я шлагбаум, и мы проезжаем на территорию. Американские горки. Это фиолетовая, она самая страшная. Это самая страшная. Оранжевая. А, дочка меня поправляет. Оранжевая. Вот она самая страшная. Я думала фиолетовая, она такая большая.
стадион. Мы идем за билетами. Ой, сколько здесь много электромобилей, прям все катаются. Ну, очень удобно. Вот можно брать велосипедики тоже на пирогах кататься. Ну все, мы уже возле касс берем билетики. Да. Остались только по 500 рублей. Ну, по 500, по 600, по 800. Дешевле уже нету, билеты все уже проданы. Ну, в принципе, здесь нормальные цены. Можно взять билеты на футбол по хорошей цене. В принципе, это недорого. Ты хочешь на футбол, сынуль? Да. Вот как у нас, да, вчера смотрели Ростов, Спартак, а сегодня смотрим Сочи, Зенит. Да. Вообще классно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Все, мы сейчас берем билетики и скоро пойдем на футбол. Ну, тут ничего предпочтительнее. Конечно же, мы снимем обзор этого интереснейшего матча и все вам покажем. О, папа у нас еще взял программку. Ничего себе. Это Дзюба, да? Класс. Симак тренер. Угу. Это футбольный клуб. Ой, сумка падает. Футбольный клуб Сочи. Билетик. Ой, какие билетики. Знаете, вот этого Дмитрий Полос. О, теперь я буду вот это читать, наверное. Федор Кудряшов, ростовчанин. Вот эту книжку. А ну. А, вот Иван это, Новосельцев, да? Вот он. О, вот она. Этот Баргасов с Ростова. Угу. Это кто? Дмитрий Полос. Полос. Да. Вратарь Сослан Джанаев. Джанаев. Евгений Песегов, это игрок команды Песегов. Сочи. А давайте посмотрим наших Азмун. О, Азмун! А вот Зюба как делает всегда это. Ага, да. Симак, главный Симак. Тренер команды. Ерохин. Знаете, все в Ростове раньше играл. Да. Вот Азмун, Джорджевич, Мак, ну и все остальные звезды. Да, сегодня мы всех их увидим. Классно. А ну вот это, вот она, да. Вот она, состав команды. Смотри, это как... Календарик такой, состав, да? Команды Сочи. Красавцы. Конечно, я за Сочи. И вот, я так понял, календарь игр футбольного клуба Сочи. Вот, можешь, с нашим Ростовом повесить. Они играют 22 марта и 27 октября в Сочи. Вообще супер. Ну все. Ну все, программка давайте где, готовиться к матчу. Да, давайте готовиться. Итак, ну у меня счет 2-2. Так, у тебя какой счет? У меня 1-1. У меня 1-2. Алена, у тебя какой? 1-3. 1-3, ну все. А я скажу 1-1, я скажу, забьет Дмитрий Полос и Артем Дзюба. Ну я не знаю, ой, кто забьет. Пчела, ой, пчела. Ой, ой, ой. Ладно, все, пойдем. Ого, ничего себе. Это самая страшная горка в мире. Ой, какой класс вообще. Супер.
это вот самая страшная горка. Мы сейчас находимся на набережной Олимпийского парка. Море тихо-тихо вообще. Какое спокойное море. Вот здесь какие-то развлечения. Давай, сынуль, посмотрим, что здесь. Страшно. Вика, иди сюда. А, это получается кукольный театр. Угу. Классно. Пойдем, сынуль. Вот такой кукольный театр. Мам, пойдем. Мы тебя идем. Дарья. Классно. Молодец. Людей очень много.